Компания Google при поддержке Агентства стратегических инициатив объявила о старте всероссийского проекта «Вдали от столиц». Проект создан для того, чтобы вся Россия узнала удивительные и вдохновляющие истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Принять участие в акции может любой желающий. Заявки можно подавать в 7 категориях: российский туризм, производство и ремесла, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. Прием заявок продлится до 3 октября включительно. Затем в ноябре жюри выберет лучшие истории при помощи пользовательского голосования. В Гугле достаточно набрать «Вдали от столиц», и это сразу выведет на сайт, где есть анкета, которую нужно заполнить. И после этого, где-то в октябре, начнется вот отбор этих анкет. То есть тут, в принципе, рассматриваются любые абсолютно виды деятельности. И я считаю, что Якутия, она достаточно богата своими уникальными технологиями, уникальными промыслами. И думаю, что она будет интересна не только кино, но и...